сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Совершенно верно. И авторы, исполнители, заказчики, спецслужбы Украины. Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где подошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, которые участвуют в организации движения этого автобуса. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт